Turn it up, let it start from block on boom. Салют, Нижний! Это BPM Rap Battle, и мы начинаем прямо сейчас. Чё, кого, Нижний? У нас есть пара MC. MC слева, представься. Если постер на битах, значит, я его хороню нахуй! MC справа, представься. Йоу. Я сидел в интернете. Я был озадачен. Пытался понять, что имя-то значит. Я, он против меня не пастырь, а мисс Грант. Ты так себя сам назвал, это долбоеб. Ты себя забатлил сам. Это значит, что сегодня эта дочка капитана Гранта умрет. Ра! Мы начинаем первый раунд. Прямо сейчас. Чё, кого Нижний? Я. Воу! Нижний, вы готовы? Снова рвать на битах, снова рвать на битах, снова рвать на битах. Заново, релоуд, извиняюсь. Я бит не услышал. Шума, шума, шума! Извиняюсь, я бит не услышал. Толпа, все. Снова рвать на битах, снова рвать на битах. Снова рвать на битах. Ты настолько парень пиздарин, что пришлось батить твою ВКонтакте аватарку. Ты не пойдешь на мир через отбор, ведь тебе попал постель в пару. Твои гучи купленные глинзы не фасут, а проебал парень тебя. У меня кардинальный вопрос, почему залп сюда пустили пиздюка? Ровно когда за тебя проебался на боты, чтоб залететь сюда на бит. Ну-ка, нига, у меня минуту, через ты здесь управит. Запомни, не снимал, то парень в игре не найдет початки, как так бит. Пускай два сумку три раза по кругу гнабит, слышь, шары, я сделаю хитрик. Люблю делать дед на бит, эй! Публика застает на бит, эй, как у тебя тайка конфликт, эй, эти Алёшенька гей. Ага перевозит с латинского агрессивный, блядь, динамяш. Мама решила не сдавать его в детдоме, знает, мы семейное дело, это инцест. Ты забыли по-любому, ненавидим, хотя биты, хотя мать вас, но не бить ублюдок. Не меня, наверное, не пиздец, но почему-то по-любому я ебашу тебя, запомню, ублюдок, фок. Но ты запомни, ублюдок, фейк, но ты запомни, ублюдок, хейт. Я тебя так ебу, что это будет, запомни, мой менталитет. 24 ноября, эта дата покажет тебе истинный вкус прёба. Твоя пача меня не зацепить, ведь ты не скорпион из Mortal Kombat. Обратись с вами, маме, обратись к я, будто ты находишь дома. Прости меня, сын, я был рэпер, украл твой деньги, но меня уже запомнил, вылезет после. Сделал горячее преступление, без спора, чтоб не завидовали люди со слова. Лидер шебивы ноги, хоть и не пират, но своя пача мне берёт на абордаж. Ты приди на даты, а показать, клавиатуру некуда надо забирать. Ты где попасть, ты пацан, какие факты, пацан, если ты меня отбор проебал. Хорошо, что тебе не видит зубок, вам, не создавал, это твой ты. После твоего тотального проёба ты думаешь, что тебе найдут 100%, но только как эти мёрцы. Мои пачки под меня угомонит, ты говорит, рэперам пришёл давать тебе пизды. Извини меня, наверное, не гоню, но почему-то по-любому я ебашу, как ублюдок, извини меня, наверное, не пиздец, но почему-то по-любому я ебашу, как будто суда. Хотя мать, ваты, так развивать, чтобы не знаться. Я разъебу тебя, ведь ублюдок, где деваться, ёб ты не знаться. Эй, люби делать это подбит, эй, публика за тебя подбит. Эй, это тотальный конфликт, эй, это Алёшенька гей. А теперь его из латинского агрессивно, блядь, динамит. Мама решила его не сдавать в детдом, ведь тебя постер вынес уже. Не останавливай. Нижний, вы готовы еще раз? Вынеси нахуй его. Со мной вместе. Люблю делать это под бит, эй, публика за цель под бит, эй, как это батарей конфликт, эй, это Алёшенька гей. Ага перевод с латинского агрессивно, блядь, не на мяч. Мама решила не заплатить, но мы не знаем, что по небо вылез уже. Окей, Нижний Новгород, поехали. В нашем театре у этого персонажа довольно самокритичная роль. В беседе участников первое сообщение. Пастырь проебет 5-0. Ну привет, друг сундук. Кто это там, Володя Маслюк? Зря ты вышел снова в круг. Ой, зря, Володя Маслюк. Слышу сердце, тук-тук-тук. Убью быстро, Володя Маслюк. Я не вижу ваших рук, я... Фидель Салют, знаете, друзья. Начинается новый сезон
стоять, все порядком устали. У Майка сейчас энергетик, и он, смотрите, какой теленок. Да какой там теленок, просто упырь назвал себя каким-то животным. Блять, вы вслушайтесь, пастырь, но это его батловник. Есть еще лирика, мисс Грант, кто не слушал, чекните. У Володи реально талант, что из себя представляет Володя? Я расскажу, помогу, первые треки, что я увидел, я не могу, я не смогу. Он не понимает, что находится у края. Володя, эй, ёб твою мать, если ты себя сам не уважаешь, как же им, блять, себя уважать? Я не могу, я не смогу, ребята, расходимся, он не ликвиден. Если ты в себе не видишь силы, что тогда они в себя будут видеть? Вова, какой же ты славой, ненавижу таких людей, как ты. Таких ущерб боссов древней Спарте кидали. Самый высокой скалы человек, дефект, дефекта нет. Ты вообще, блять, живешь, ублюдок. Батлы Спарта 21 века, я выкину тебя нахуй отсюда. Я нашел его канал на ютубе, не думал, что это настолько орно. Ну а поставил лайк под видосом, что делать, если ты попал в порно? Бля, Володь, я в голос орал, человек это повод, профессионал. Володь, если ты в порно попал, вымой жопу, готовь анал. Но он готов переебать тот всех, да, переебать. Это уж точно, сейчас Володя распакует свой член. Ты взял перчатки для дрочки, да? Володя сезон, органами явно не зря делегирован. Говорили, ага, бойся его, да он слаб, но пиздец мотивирован. Да, я готов к сезону на 100, ты готов к сезону на 300. Еще одна разница между нами в том, что я ставлю разницу между мисс и мистер. Приходишь ты, сниматься в портухе, выбираешь себе мисс из списка, пришла тёлка. Да нет, подруга, я пришел сюда со записки. Резюме на сайте вакансии, Володя хочет кэш на балансе. Я лучший в России у престола, безработный инженер-технолог, да. Никакого страха, ты бил тут на битах, атака без закуса на Монако. Убирай балах, то я, сука, с этого замаха. Что, Володя, пошел нахуй, рау! Нижний! Как вам первый раунд сейчас? Раунд номер два. Если готовы, дайте много шума. Пластырь разъеби. Залетает на бит, пока это вас, но брат, просто батл, бат, факта, батма. Но рэп далеко не это, но вам никто куплен на идешь. Моя бата, хотя бы эти патенту получил по лицу. Так жестко, что не узнает, даже родина мама. Ненавижу твой грайм, потому что улица сопляка серьезным принимать не стала. Юдай, но ты скорее всего пешка, а не король. Голову залетел мой флоу, как рукой водил. С капелью мостов, ожидал увидеть меня через год. От того стоит, как создать завтра. Не хочу услышать об версии грайме, как ты бат. Считай логи недалеко, стал женскую рапа. Пришла смс на ватсап, разъебать о битах, вести всех. Чтоб вести их в ряд, чтоб после тебя в клубе Фиделева 4 ноября. Твой стиль Гесса обвесает, будет по-любому BPM брёс. Обвесает, повёшь победу, как рыбы, которые скоро пора обзарезать. Вот и Толкин, разбирай, хотите мать и дыхание в колготках. Этим выиграем потолок, кто будет виден эти ждома. Твои доводы добили речь, он знает, как мы тут. Бедно здесь нет, убей копоты, хотя по фактам пацан. Какие факты, пацаны, если ты меня сбор проиграл. Конференция отписал 50 сообщений, пацан. Как ты на меня смог свой текст написать, если твой уровень — это детсад? Держи! Вы готовы вынести он нахуй? Ты за поле по-моему ненавидит, хоть убитый, хотя мать, а мать, зато не видел близок, иду не меня, наверное, не пиздец, но почему-то по-любому. Ваш пока не видит, хоть ублюдок, факю, нахуй ублюдок тебя, нахуй ублюдок, факю, нахуй ублюдок ходит, нахуй ублюдок, фейкер-фейкер на меня не пизди, фейкер-фейкер, мой грамм как инсит, фейкер-фейкер на меня не пизди, фейкер-фейкер, мой грамм как инсит, фейкер-фейкер на меня не пизди, фейкер-фейкер, мой грамм как инсит, фейкер-фейкер на меня не пизди, фейкер-фейкер на меня не пизди. Бау! Пошел нахуй! Стал со мной, блять! Брат, пошел нахуй! Ебать, мне кажется, что ты батлишь для галочки. Ебать, ты режешь правду матку, ты что, живешь в Правдинске? Вот этот, блядь, неждан, самый высокий малый всех подавших заявки. Я-то думал, что мне дадут какого-нибудь теорика для затравки. Выглядит как типичный босс пивом, но он, сука, не ожидает слива. Сука, смелый, как под
бидом. Поверил себе, доверился пидору. После лебеда по валитату противоречивая собака говну. Жизнь без грязи, батл, постырься. Твоя лайфстайл, мой басты зовет тебя батл, гейм, рэп-бок. Долбоёб, ты просто андердог. Говорил, что в России ты лучший, вроде дебил. Ты не Путин, просто Володя, просто Володя, просто Володя. Грязь, собака, не твой бой. Здесь 140 ДБМ, мысли тебя. На уши сделан бита, блядь, быстро, очень полный рэп по тебе, пидорасу. Очень знаком, а таким, как ты. Похуй на качество хуём вары. Потому что мы много, я работал долго. Ведь был не кем, НН, не Лондона. Фирмингем, я всё помотал, чтоб быть свободу. Тут бизнес-кодость под BPM. Вы делали батл по фану. До того, как это стало фидели. Всем было поебать на рекламу. Кайфы, деньги, треки, трофеи. Будет место, может, да, и да, фидель клаб. Это полный зал или ебаный подвал. Да, сейчас на низах, что ждут меня там. Да, твой билет, НН, Булак, да-да, я Кеннеби, так, бас, так, ты из тех, кто гуглит про босс в Асгарде, догонишь это оттуда. Ебаный по так, ты только на Булак, на тебя жду Булак, на, яу. Закопаю до бета, тараторишь, но задал, но ты не попадаешь. Так, тут точно не тупо править зала. За торпа пришел сюда, не просто так, а посмотри, подлиц, как, yeah. Пришел сезон, с нами пришел на отбор. Ты попадал за тут отбивалось. Твое время настанет, yeah. Фидель, теперь я с вами, yeah. Друг, сундук, кто это там, Володя Маслюк. Зря ты вышел снова в круг. Ой, зря, Володя Маслюк. Даже сердце, тук-тук-тук, уже убил Володя Маслюк. Да, кабанчик, ты вроде постарше, но для меня ты пиздюк. Раунд. Мне кажется, кто-то проебал. Как вам этот батл, Нижний? Yeah. Это BPM Rap Battle, Нижний Новгород. Обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео. Меня зовут Ренат Лин. И помни, мы делаем культуру, мы меняем стиль. Чё, кого, Нижний? Я.